Французская косынка – излюбленный элемент гардероба всех бизнес-леди. Такой изящный аксессуар не только разнообразит наряд, но и защитит шею от осеннего ветра. Сегодня наша редакция поделится с любимыми. Французская косынка – излюбленный элемент гардероба всех бизнес-леди. Такой изящный аксессуар не только разнообразит наряд, но и защитит шею от осеннего ветра. Сегодня наша редакция поделится с любимыми читателями секретом изготовления необычной французской косынки. Это изделие двустороннее, поэтому нам нужно соединить два лоскутка ткани одинакового размера. Также для изготовления французской косынки можно использовать разные ткани. Например, для одной стороны выбрать ткань с необычным рисунком, а для другой однотонный материал. Французская косынка. Тебе понадобится бумага для выкройки, нитки, отрез ткани, можно использовать старый платок, ножницы, линейка, карандаш, швейная машинка, ход работы. Первое. Руководствуясь этими размерами, изготовь свою выкройку для французской косынки. Второе. Сложи платок пополам или соедини два отреза разных тканей. Приложи к ткани выкройку, обведи и аккуратно вырежь детали для будущей косынки. Третье. Сшей все края, кроме самой узкой части – хвостика. Четвертое. Выверни почти готовое изделие на лицевую сторону, подогни хвостик на 5 см и аккуратно застрочи его. В результате у тебя получится готовый шарф-трансформер с необычной петелькой. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео.